Hey, hello everyone! Всем привет! Today is Monday, and that means that today you can listen the new episode in the podcast Russian Verbs. Today will be the verb находиться. Находиться. This verb in English means to be located, to be situated, or to be somewhere. The verb находиться. Continue to listen and you will know the forms of this verb and how to use this verb in Russian language. The verb находиться. С ним всегда приятно находиться рядом. This verb will have forms in the present, past, and future tenses. By the way, in the end of the episode, I will also tell you the imperative forms. But first, we start with the present tense. The verb находиться. Я нахожусь. Ты находишься. Он находится, она находится, мы находимся, вы находитесь, они находятся. Now, how to use the forms in the Russian language? Я нахожусь в двух местах одновременно. Ты где находишься? Дом находится по адресу. Город Москва, улица Нижняя. Неподалеку от этого места находится военная база. Где, по-твоему, мы находимся? Сразу понятно, где вы находитесь. Или в кафе, или в машине едете. Люди находятся в трудном финансовом положении. Past tense, the forms and usage. Он находился, она находилась, они находились. Стадион раньше находился рядом со школой. Вторая часть проекта еще находилась в разработке. Когда-то здесь находились леса и поля. Future tense. Я буду находиться. Ты будешь находиться. Он будет находиться. Она будет находиться. Мы будем находиться. Вы будете находиться. Они будут находиться. Я буду находиться в баре. Ты постоянно будешь находиться под моим наблюдением. А где будет находиться центр? Семья будет находиться на карантине 2 недели. Хотел бы я знать, где мы будем находиться завтра. Вы будете находиться под домашним арестом. Они не будут находиться в опасности. Не переживайте. The last forms, the imperative. Ты находись, вы находитесь. Находись в пределах видимости. Находитесь рядом с ней и никуда не отходите. That's all. Thank you for listening to the episode of the podcast Russian Verbs. And don't forget that the new episodes appear here every Monday. The scripts of the podcast are available on the Patreon page Rulen Club. If you want, you can share these episodes with your friends or
other Russian learners. Thank you. Спасибо. Пока-пока. До скорой встречи.